Суть в том, что это печаль не только этого бедствия, но и прошлого. Просто все всплыло в этом году. А так, конкретно я участвовала в прошлом году, и меня выигрывало за счет этих двух конфет и броней в тактике, ой, в умениях. Она была неуязвима. То есть она могла юзать эти две конфеты без Осириса меня выносить. И в этом году все то же самое повторилось, и вот эти крысы, которые это заметили по прошлому году, всякие Биг Сайз и картоны, накопили в себе данных конфет с прошлого года. Ну и в этом году себя комфортно чувствовали. И еще до Беста говорили, что все, все, у нас там будет 101 миллион процентов. То есть думали, что это из-за поддержки 30-х, они так говорят. А выяснилось, что все дело проще, все дело в конфетах. Это первый момент по поводу игроков. А второй момент по поводу того, как техподдержка на это реагирует. Ты скидываешь бой, где чувак, у которого статы в 3 раза меньше у тебя, у которого на фул не все прокачано, у тебя выигрывает. Он мог без клетки себя выигрывать. И ты такой сидишь и думаешь, какого члена? Ну, так быть не должно. Я понимаю, там в каком-то одном бою это могло зарандомить. Но в данном конкретном случае, понятное дело, что нет. В итоге у меня тоже были эти конфеты. Я начала тестить. И получается так, что если у себя 2 конфеты и у противника 2 конфеты, то даже при таком раскладе выигрывает не тот, кто сильнее, а выигрывает тот, кто первый нападает, кто левее. И, то есть получается, весь твой труд, все твое время, все твои вложения обесцениваются. Потому что неважно, ты можешь без клетки, ой, да, без клетки нападать, это не будет никак влиять. То есть нахрена ты качал этих питомцев, нахрена ты качал этот Осирис, дроны, марки, когда все решает рандом, кто с какой стороны вышел. Вышел ты с левой и накопил конфет, все гуд. Копишь конфеты на поглощение 2 штуки. Первый момент. Второй момент. У тебя должен быть женский пол. И третий момент. У тебя должно быть умение на поглощение. А, ну еще конфетница тоже должна быть с поясом фуловая. Ну и все. А остальное все мелочи жизни. Дальше все дело рандома. Ты должен быть левее. Ну и все. Победа у тебя почти в кармане. Ну, это до того, пока это все не знали.